Привет! Вы на канале Тимбит и Маша. Привет, друзья! Итак, настал этот день! Та-дам! Розыгрыш знаков мира F3! Наконец-то! Но этот розыгрыш мы проведем чуть позже. А сейчас мы хотим рассказать о национальном чемпионате по бейблейду, который пройдет в Украине! В комментариях вы постоянно нас спрашиваете, где проводится турнир, когда, могу ли я поехать? Да, вот на все эти вопросы мы хотим сейчас вам ответить. Итак, поехали! Вопрос первый. А где проводится турнир? Национальный чемпионат пройдет в городе Киев, в торговом центре «Караван», который находится по адресу Луговая, 12. Понятно. Вопрос второй. А когда пройдет чемпионат? Чемпионат пройдет 26 мая этого года. И регистрация начнется в 10:00. Само мероприятие будет длиться до 17:00. А, хорошо. Вопрос третий. Смогу ли я принять участие со своей собачкой Кики? Если тебе есть 8 лет и еще не исполнилось 14, а также если ты гражданин Украины, то ты смело можешь брать маму, папу, бабушку, дедушку и идти регистрироваться. А без взрослых тебя не примут к участию, даже с собачкой Кики. Вопрос четвертый. Подскажите, какой бейблейд брать на чемпионат? Ты можешь взять любой любимый свой бейблейд, но есть определенные ограничения. Нельзя брать бейблейд горячий металл, нельзя брать какой-то модифицированный бейблейд и нельзя брать бейблейд Гаруда. Остальные бейблейды от фирмы Hasbro участвуют в турнире. А, спасибо за информацию. Вопрос пятый. Если я выиграю, то какой я подарок получу? Ты сможешь представить свою страну на чемпионате мира Beyblade Burst, который состоится 3 ноября 2018 года в Париже. Хочу в Париж. Так значит, мы не можем участвовать в турнире и не возьмем Гаруда. Ну, получается, да, мы не проходим по возрастной категории. Но я хочу вас успокоить. Вы будете участвовать, но в городском турнире, который будет проводиться у нас в городе на День защиты детей. Ура! Ребята, мы обязательно снимем репортаж об этом турнире, и вы сможете посмотреть, как он прошел у нас в городе. И кто же выиграл? А вдруг Тима выиграет? Ставьте лайки, чтобы Тима выиграл. А теперь розыгрыш! И если, друзья, у вас нет бейблейда от Hasbro, то призывайте удачу в помощь, и может прямо сейчас ты выиграешь Фафнира! Друзья, спасибо, что принимали участие в нашем конкурсе. Я посмотрел все ваши видео. Было очень интересно. Сегодня я расскажу про свой любимый бейблейд. Его зовут Спрайзен. Его можно переключать справа налево и слева направо. С помощью вот этой переключалки, которая есть на нашей данной дёрговке. Лаунчер. Еще этот газ для него сделать специально как другой. И это Вакимура Сайкин. Кем мы говорим? И заказки. По-моему, это все.
Я надеюсь, что когда-нибудь мы с вами сразимся, и мой Драйзен покажет себя. Итак, кого же ждет Фафнир? Вставляем ссылочку на наше видео, и Тима нажимает «Мне повезет». Кому сейчас повезет? Сейчас он считывает комментарии с этого видео. Не забываем, что надо быть подписанным на наш канал, да, оставить ссылочку на то видео, которое вы снимали. И сейчас мы узнаем победителя. Кто же им станет? И Агнёк Плэ, я участвую. Ну, знаете, он не подписан на нас. Вот мальчик не подписан, потому что сразу видно, что здесь нету значка. Значит, переигрываем. Следующий. Поехали. Кому же теперь повезет? Кому? Быть подписанным на наш канал и чтобы подписки были открыты, это было обязательным условием. Оксана Стахев, тоже нету значка, что девочка подписана на нас. Следующий. Так, ребята, видите, как вы пролетаете? А были бы у нас вы подписаны на наш канал или подписки открыты, уже бы, может, что-то и выиграли. Смотрим, следующий у нас участник. Это Тима Games 123. Тима вроде как и участвует. Ну, не знаю, ну не подписан. Ну, давайте вот для примера мы сейчас вот открываем страничку Тимы. Тима Гейм. И что мы видим? Подписок мы не видим. Подписан этот мальчик или не подписан. Все видео. Ну, давайте откроем все видео, посмотрим. Может быть, он снял. Нет, и на наш канал не снято видео. Ну, значит, мы переигрываем. Еще раз переигрываем. Так, ну где же ты наш счастливчик? Давай, Тимофей, нажимай. Маша, ты болеешь? Да. Кто же из ребят сейчас выиграет? Только чтобы был подписанный. Конечно, это главное условие, быть подписанным. Поздравляем, друзья, Татьяна Давыдык. Ну посмотрим, Танюша, я знаю, что вы наши подписчики, но я не знаю... Снимали ли они видео про Бейблейд? Так, Танюш. Нет, вы не снимали на наш канал видео, то есть не выполнено условие. Давайте еще раз переиграем. Итак, следующее. Кому же повезет? Фафнир лежит, ждет, уже говорит, я хочу, чтобы меня забрали. Да, Тим? И это Ксендер Шакадера. И я уже вижу ссылочку. Я вижу, что это наш подписчик, потому что вот стоит галочка. Давайте посмотрим его видео. Ксендер Шакадера выигрывает у нас Фафнир. Так, подождите. Он на все видео сбросил. А где же? Да, вот на конкурс канала Тим Витыч. Я вижу уже это видео. Давайте посмотрим, кого он нам показывал. Так, смотрим. Это, наверное, что-то он рассказывает. У нас сейчас звук выключен в компьютере. Вот у нас видео и есть. Экскалиуса нам Ксандр показывал. Спасибо тебе за участие. Ребята, спасибо всем за участие. У нас будут еще конкурсы, не расстраивайтесь. Ксандр, а ты свяжись с нами, напиши нам свой адрес в комментариях или на электронную почту. А теперь приветики! Привет друзьям Антону, Арсену Плей, Бобчик Джим, Бонни Алиматроник! Привет! Удачного дня, друзья, вам! Вася Улыбася, Вова, Кирилл, Костя Стар! Привет! От нас
летит приветик Вове, Лису, Фокси, Луи, Вэл и Марк. Привет! Хорошо провести выходные дни, мистер Каракаш, Мухидин Тураев, Серый Волк, Тердон. Привет! Передаем привет Shadow Burst, YouTube High Game, Яша Тренер. Привет! Подписывайтесь на канал Team Visage и Маша. И ждите новых конкурсов. Пока-пока!